Инстардинг представляет лучшие цитаты Али ибн Абу Талиба. Али ибн Абу Талиб – арабский политический и общественный деятель, правивший в 656-661 годах, двоюродный брат, зять и сподвижник исламского пророка Мухаммеда. Всегда помните о временности удовольствий и вечности последствий. Ты хозяин своих слов, пока не высказал их. А когда высказал, то уже они твои хозяева. Не стесняйся того, что даешь мало. Стесняйся ничего не давать. Лучше хранить молчание до тех пор, пока не спросят, чем говорить до тех пор, пока не попросят замолчать. Знание лучше денег. Потому что деньги охраняешь ты, а знания охраняют тебя. Никогда не советуйся с трусом. Он ослабит в тебе решимость, а малое и ничтожное выставит в твоих глазах большим и значимым. Красивые люди не всегда хороши, а хорошие всегда красивы. Не обижай людей, которые тебя любят. Ведь они беззащитны из-за любви к тебе. Ты сумеешь вырвать зло из груди остальных, лишь вырвав его из своей собственной. Глупые женщины делают своих мужчин рабами, а сами превращаются в жен рабов. Умные же женщины превращают своих мужей в султанов, становясь женами повелителей. Мое счастье – это когда день прошел без греха. Нет лучшего богатства, чем мудрость. Нет страшнее нищеты, чем невежество. Нет лучшего наследия, чем воспитанность. Нет лучшей защиты, чем совесть. Язык умного человека находится в сердце, а у глупца сердце находится на языке. С глупцом расстаться все равно, что повстречаться с умным. Кто истинно умен, тот краток и лаконичен в речи. Кто забыл выражение «я не знаю», обрекает себя на унижение. Лекарство твое в тебе самом, но ты этого не чувствуешь. А болезнь твоя из-за тебя же самого, но ты этого не видишь. Думаешь, что ты — это маленькое тело, а ведь в тебе таится огромный мир. Величайший грех — обвинять остальных в том, что есть в тебе самом. Кто заработал себе сомнительную репутацию, пусть не сердится на того, кто плохо о нем думает. Люди нуждаются в воспитанности больше, чем в науке. Не используй остроту своей речи на матери, которая научила тебя говорить. Наилучшее богатство – безразличие к тому, что есть у других. Нет ни одного блага превыше достойной жены. Не смей совершать греховные деяния, даже единожды, ведь привыкание – великое бедствие. Люди враждебно воспринимают то, что им незнакомо. Молодое сердце похоже на пустое поле. Оно примет все, что в нем посадят. Зависть друга – знак недостатка его любви. Нетерпение в момент неприятностей создает еще больше неприятностей. Если ты чего-то боишься, возьмись за это, ибо сам страх больше того, чего ты боишься. Однажды у Али спросили, что является просторнее, чем небо, что является тяжелее, чем горы, что является богаче, чем море, что является тверже, чем камень, что является опаснее, чем огонь, что является холоднее, чем стужа, что является мучительнее, чем яд?
И Али ответил: «Истина просторнее, чем небо. Незаслуженно обвинять людей тяжелее, чем горы. Счастливое сердце богаче, чем море. Сердце лицемера тверже, чем камень. Правитель-тиран опаснее, чем огонь. Обращение с нуждой к унижающему вас холоднее, чем стужа. Терпение мучительнее, чем яд.